идешь и понимаешь, что ты не зря сюда пришел. Есть два варианта, либо нырять, либо медленно заходить в воду. Вот не знаю даже, что выбрать, нырять или медленно зайти, но, скорее всего, хочется с разбега взять и нырнуть. Ну, в общем, когда занырнул, конечно, уже по барабану. Вот она. Фу. И что, как чувствуется, что холодно или еще нет? Фу, покалывает. Но круто покалывает. Вот так. В общем, самому купаться не холодно. Но когда с головой ныряешь, купаешься, сука, холодно. В голове холодно, а не тело прям аж. Холодно, короче. Идешь, замерз, мужик пришел босиком, 10 минут поплавал, босиком ушел. Блин, идешь в кроссовках, в носках, тебе холодно. Он, парень, навстречу побежал босиком. Купался и босиком побежал. Как они это делают?